Всем привет! Продолжается работа над нашим хоккейным столиком. Залили первый слой белый прозрачный. Это будет у нас коробка хоккейного, лед. Скоро сделаем второй слой, потом разметка, потом еще один слой. Основание хоккейная шайба. Это у нас подстолье. То есть работа идет, буду выкладывать отчеты. Здесь будет еще эмблема, надписи. Лед будет белый, практически как здесь. Только будет разметка видна.